Нихао, китайские друзья! Сегодня, 23 июня, отмечается Международный олимпийский день. В этом году мне посчастливилось быть послом сборной России на зимней олимпиаде в Пекине. И в этот день мне хочется снова сказать о вашем китайском гостеприимстве, которое мы почувствовали на себе, и, конечно же, об этой прекрасной олимпийской деревне и уровне подготовки самой олимпиады. Вы даже себе не представляете, с каким восторгом я все это вспоминаю, и так хочется поскорее вернуться снова в Китай и увидеть эту красоту Востока своими глазами. Китай, я вас люблю. Анимен. Итак, что же ест Евгения Медведева? Макароны и фрукты. У нас большая столовая. Зайти в торговый центр. Стали за Дунь-Дунем и Джун-Джуном. Фонариком. Фонарик, я уж хочу. Смотри, вот он. Вон там вот пластиковый такой. Такой хочешь? Я хочу вот так, вот, 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 вот этого хочу. Женя фанат фонарика. Да, Джуна. Он такой милый. Ну, Джунчик. Yeah!